Дженсен, для тебя сообщение от Причарда. Он просил передать, что его нет в офисе. Прелестно. Что именно мне нужно сделать? Я не знаю. Он сказал, чтобы ты зашел к боссу. Так и представляю, как все в Тайюн, собравшись у телевизора... Допустим, мы и правда разводим и обучаем солдат с имплантами. И какая, по их мнению, польза в том, что нас держат здесь и забрали... Шариф. Дэвид вышел на минутку, мистер Дженсен. Входите, я давно хочу с вами познакомиться. Мистер Дэрроу, я удивлен, что вы знаете, кто я такой. Дэвид вами очень гордится. Говорит, когда дело доходит до расследований, вы словно пес с костью. Уже нашли своих ученых? Что еще Дэвид вам рассказал? За все эти годы достаточно, но сегодня я здесь как друг и ученый. Столько всего происходит, а? Столько людей с революцией в сердцах. А то он требует вмешательства. И все из-за созданной мной технологии. С тех пор многое поменялось. Да уж. А теперь мой друг Дэвид хочет, чтобы я привел нас на землю обетованную. Он просил пригласить членов Совета ООН на Панхею и убедить их, что индустрии не требуется внешний контроль. Это ваш геоинженерный проект в Арктике? Его было бы невозможно создать без модифицированных рабочих. Когда все будет готово, моя маленькая дыра в океане остановит глобальное потепление. Это будет хороший пиар, правда? Если сработает. Ты хочешь сказать, если это не убьет нас всех? Адам, ты вернулся. Мы можем выйти и поговорить? Сынок, беги к вертолету. Ты возвращаешься на остров Хэнша. Фрэнк засек один из передатчиков. Только один? Это? Шевченко. Адам, учти, пришлось надавить на людей в Минобороны, чтобы сделать это. Значит, заговорщики знают, что я скоро буду. Босс говорит, мы возвращаемся в Хэнша? Причард отследил сигнал Шевченко. Если он жив, то, может быть, и все остальные тоже. Это большое достижение, Дженсен. Нам уже давно не слабо везет. Как скажешь. Готов отправляться? Реально лишь настоящее. Поехали. Тогда запрыгивай.